Всем привет! Вы на канале Gadget Mania, проект «Бизнес с нуля». Сегодня мы тестируем наушники AirPods 2 с беспроводной зарядкой, с датчиком в ухе и вообще с крутым чипом для аудио, мощных басов и чистого звука. Давайте начинать. Поехали! Итак, следующая серия видео, то есть очередное видео из серии. Сейчас мы посмотрим, как подключаются эти наушники. Мы их только что распаковали, и давайте посмотрим. Открываем. Опаньки! Не ваши AirPods, как делают оригиналы. Опаньки. AirPods толстый. Как делают не оригиналы. Не ваши AirPods. Подключить. Удерживаем кнопку. Подключение. Анимация, смотрите, друзья. Опаньки, готово. AirPods. Закрываем. Закрываем крышку, открываем, снимаем наушник. И вы видите, друзья, в самых дешевых копиях, вот здесь вот, сейчас я разблокирую, в самых дешевых копиях вот здесь вот будет один наушник, то есть два наушника, а здесь по одному, зарядка каждого уха. Вы понимаете, вообще шарите? Опа, опа. Это что-то с чем-то. Как они определяются у нас в настройках? Bluetooth. Просто AirPods. Что можно сделать? Подключено. Конечно же, если это Bluetooth устройство, просто забыть или отключить. Опа. Подключено, нет? Давайте вот так вот и выйдем отсюда. Не надо в каждый раз коннектить. Он один раз запомнил, и все. Крутая анимация, но чуть-чуть Китая тут есть. В общем и целом, друзья, шах и мат хейтера. Вот так вот работает люксовая копия один в один. Вообще не отличите ни в чем. В следующем видео я послушаю, как они звучат. Ну и скажем общее резюме от всего, что происходит. Потому что я, если честно, немножко в шоке. Я не знаю, что придет в следующих партиях, а будет несколько поставщиков тестироваться, поэтому эти наушники топ за топ. Большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно ставьте лайк или дизлайк, проявляйте свою активность и вообще пишите Дональд Дак, тем самым я понимаю, что вы смотрели до этого момента. Мне очень приятно. Ну, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на тестовый инстаграм. Все ссылки полезные, как и где купить такие наушники, будут в описании под этим видео. Хотите в розницу, хотите в опт. В общем, все в описании под этим видео. Всего доброго. Пока-пока.